Сходи за всеми все за одно! Давай, давай, парни, давай! И стартовый свисток. Так, и вот уже Спартак возле штрафной Локомотива. Владислав Соколов вел борьбу с Максимом Абрамовым. Спартак в штрафной. Прострел. Спартак перешел на половину поля Локомотива, но железнодорожники отодвигают игру от своих ворот. И отличная комбинация. Подача с фланга. И Александр Морозов. Иста, Иста, правый назад. Вон еще. Выше, выше, выше. Правый, снимай. Все, правая нога у него. Так, и Спартак отвечает тут же в первой же атаке. Спартак организует ответный гол. Как раз Владислав Соколов, уже помянутый мной, замыкает передачу своего партнера. Подключается Арсений Герд, получает этот мяч, заходит в штрафную, обыгрывает соперника. Но вратаря обыграть не смог. Дорожники прихватили всех игроков. И вот Абрамов получает мяч. Морозов. Корнеев на линии штрафной. Удар. Высокая подача на дальнюю штангу. Морозов. Ваня. Разряжаешь передачу на Мамонова, но вратарь вовремя вышел. И забрал этот мяч. Вновь перехват от железнодорожников. Корнеев разгоняет атаку. Проходит трех оппонентов. Обыграл вратаря. И красивый гол забивает Артем Корнеев. Итак, команда готова уже выйти на второй тайм. Подача сейчас не проходит. Но Элвин Данилов этот мяч забирает, ему возвращают в штрафной. Элвин, удар, перекладина. Это Егор Степанов. И вот Элвин вновь штрафной. Прострел в середину поля. Пытаются разобраться, кто же пробьет. Поворотом делает это Сергей Чубенко. Впереди. Спартак на левом флангом организует атаку. Забрасывает мяч в штрафную. Удар. Давай, давай, и это 53-й номер Спартака. Георгий Рыков также у нас появился на поле. Давай, 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 и, как и в первом тайме, быстрый ответ получается. Влад Мамонов обыгрывает соперника на фланге с Арсением Гертом. Отыгрывается Арсений, возвращает Владу в штрафной. На выходе играет вратарь вовремя. И пытался зацепиться за этот мяч. Штрафную. Шел игрок Спартака. Прострел. И на дальней штанге замыкает этот комбинацию. Но судья поднимает флаг. Игрок, который забивал, находился в офсайде. Петин хорошо вас вшел в штрафную. Вновь на правом фланге получается Спартаку разыграть этот мяч. Штрафной. Удар, рикошеты. По сути, матч двумя составами. С Илья Золкин на правом фланге входит в штрафную. Прострел. И Влад Мамонов из-под защитника наносил этот удар. Матвей Захаржевский высоко выбивает мяч, но не очень далеко от штрафной. И вот Владислав Мамонов убегает. Быстрый отрыв, 3 в 1. Сейчас железнодорожники убегают. Влад катит в середину. Истомин точно завершает эту атаку. Сергей Чубенко с Гертом. Короткий пас. И Чубенко забрасывает на Егора Степанова. Егор входит в штрафную. Один. Егор, удар. Но не точно.
удается разыграть Спартаку. Этот мяч, удар блокирует. По-моему, Илья Золкин его заблокировал, если правильно увидел. И звучит финальный свисток. Железнодорожники одерживают победу со счетом 4-2.